Режим аркады. Я твой ночной кошмар. Все системы активны и готовы к бою. Приготовьтесь к битве. Зачем я вообще это смотрю? Здравствуйте, сэр. Привет, Джарвис. Не хотел вас беспокоить в такое время, но я обнаружил грабителей. Человек-паук может с этим справиться. Сэр, ему завтра в школу. Чем я могу помочь? Я смотрю фильм вообще-то. А где же Тор? Вероятно, у него Рагнарёк. Соколиный глаз, Наташа. Есть хоть кто-нибудь? Сэр. Приготовь мой костюм, Джарвис. Сию минуту, сэр. Почему вы летите вверх, сэр? Потому что я делаю все, что захочу. Эй, ты знаешь, как победить Хью Джекмана? Ты тоже смотрел этот, Джарвис? Не смотрел. Но после возвращения домой я бы с радостью посмотрел. Вы прибыли на место. Они прячутся где-то здесь, на заброшенном русском судне. Отлично. Надерем им задницы. Джарвис, ты что-нибудь видишь? Я не вижу, сэр. Хотите, чтобы я просканировал территорию? Да, просканируй. Посмотри, где они прячутся. Сию минуту, сэр. Цель обнаружена. Ну вот, отлично. Привет! А что, тут страшновато. Вот ты где. Отправим тебя обратно в тюрьму. Сюрикен летучая мышь? Это же хулиганство. Это место сводит меня с ума. Джарвис, ты нашел здесь еще кого-то? Так. А это, черт возьми, кто был? Джарвис, мы видели этого парня раньше. Какой ужасный костюм. Любопытно. О нем нет никакой информации в организации ЩИТ, сэр. А, привет. Мы можем с тобой поговорить? Что ты здесь делаешь? Я тут из-за этих парней. Но они уже мертвы. Это ты их убил? Это не твое дело. Вот теперь мое. Битва начинается. Yeah.
Я научу тебя, как нужно летать. Маленький термин. Альфред! Мастер Уэйн, вы меня слышали? Обеспечь мне прикрытие. Скоро буду, сэр. Вы все еще здесь, мистер Уэйн? Теперь мы играем в крик? Вау. Джарвис, проверь мою систему. Работоспособность костюма ниже 10%. Думаешь, так все и закончится? Битва миллиардеров. Хватит тратить мое время. Убирайся отсюда. Это наша последняя битва. У тебя свои игрушки, а у меня свои. Победил Бэтмен.